Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум, Кейстарс, Крошка-Крошка, Госдума, Дэн, Кисмюга Бога, Гусанёк, Фокс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам, ребята. Всем привет. Да, у нас не было очень крутых карт, и рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Если хотите кушать, приятного аппетита, мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали. В этот раз я решил стать аниматроником первым. Обычно у нас Гусанёк или Максим, а сегодня буду я. Вы готовы, пацаны? Да, капитан. Никого жалеть не буду, буду мочить всех. Кстати, я немножко сделал пацанам полегче, не включал режим реалистичный урон от падения, поэтому они могут прыгать сколько угодно, но всего 9 раз можно будет это сделать. Кто, один уже разбился? Нет. Если они на той вышке, они спрыгнут, у них потратится по 10 хп, правильно? Да. Правильно. Походи. Опа! Ты чё? Опа! Огурец! Так, форума не надо. Я сейчас вас всех убью, но... Так, Фокс. Блин, а если я сюда... Эх ты, блин, ладно, убежал. Повезло. На самом деле я использую пока есть первый левел сложности. О, хотя не, он не достает, Дима. О, вот, Максимелла. Шо ты, голова не достает? Шо, я не голова, это ты голова, пластиковая. Эпа, быстро, нужно бить. Смотрите. Блин, не успел, ладно. Блин, а вы хитрожопые жуки, я вижу. Не получается вас убить так легко. Но у меня есть специальная тактика, которую я сейчас буду использовать, и я вас по-любому всех замочу. Мне главное одного убить, когда уже будет двое, будет намного легче. Жук, Максим. Упал? Не, я просто скатился вниз. Так, давайте будем использовать тактику крысы. Неожиданно свалимся на них, незаметно при этом. А селенок-то хватит? Смотри, Максим, разгоняй, спрыгаю на тебя. Давай. Позор. Хорош. Просто что это было? Блин, он не прыгает, он как дурачок просто летит вниз, топором вниз. Привет, Дима, пока. О, даже без урона. Блин, ты такой незаметный. Слышь, ты! Да блин, я думал, будет легко. А ну с разгоном. Ну ладно, еще разок. Что ж такое, блин, не могу его никак убить. У меня еще и троллит. Смотрите, какой грамотей нашелся. Блин, пацан, он отвлекает меня на себя. Так, ну, Дима. Хорошо, давайте будем идти более за слабыми игроками. Я знаю, что есть тут очень слабые. Гусанёк, я иду к тебе. Я знаю, что Гусанёк очень плохо играет, поэтому я его сейчас затроллю. Я иду наверх, пацаны. Ну блин, да ну как его ничего, огурца этого не убить, да что ж такое? Я уже начинаю нервничать, я уже не могу никого убить, аж сколько минут? Аж 3 минуты. Я 10 хп потерял. Я знаю. Если бы я вам включил реалистичный урон от падения, вы бы уже все посливались. Смотрите! Ну это ты смотри, как важно вас убить. А может быть такое, что никого не смогу убить? Будет, если не включишь реалистичный урон от падения. Нет, вот, я вас убью и так. Я хочу для себя даже этот челлендж проверить, смогу я ли кого-то убить или нет. Дима. Да. Я посчитал, для нашей победы тебе нужно упасть 400 раз. Теперь 398. Это ты считаешь моей жизни, что ли? Да, я посчитал твоей жизни, сколько тебе надо раз упасть, чтобы мы выиграли. Я скажу тебе такую фишку, что тебе надо намного. И вот смотрите, есть! Отлично! Я прям в воздухе это сделал. Ребята, этот момент заслужит 100% лайкосика. Это было очень красиво. Ну что, а теперь я иду за следующим. Так как у нас двое аниматроников, теперь мы сможем брать вас в окружение. Да блин, своего убил, извини, я просто архит. Вот черт. Не, я убил один своего. Упал. Один упал? Трое уже, ребята, смотрите, как быстро развиваются события. Кто упал? У Димы на семья пополняется. Так, так как у нас теперь трое, я должен сейчас подлавливать когда-нибудь все внизу и падать на голову и мочить. Что ты? Давайте, пацаны, берем в окружение. Форум, ты где? Я сверху. Вижу. Есть! Это было сильно! Вот это было уже круто! Ребята, кто останется последним выжившим, будет победителем, понимаете? Это будет, конечно, очень сложно сделать, но возможно. Отлично! Максим, ты чё думал, ты выиграешь? Я поддался. Ай, да ладно! Это я знал, что ты так скажешь! Блин, ребята, отличнейшее настроение. Улыбка просто держится просто так. Бей огурца ловите. Так. Вижу. Давай. Блин, ой. Вниз полетел. Отлично. А, блин, сам убился. Поймали. Дэна убили.
Ну! Стоя, Белла! Отлично! Ребята, смотрите, как быстро развиваются события. Это же офигенно! Так, кто у нас еще победитель? Вижу вверху, пацаны, давайте. А я их буду внизу ждать. Бегите наверх. А нет, нас не уйдут. Ну, блин, еще одного убили. Но вы же знаете, что первый раунд это пробный. Второй раунд будет намного тяжелее, кто будет играть за аниматроника. Эх, не достаюсь. Он упал, Фокс упал. Я поэтому и не включал реалистичный раунд падения, чтобы кто будет играть второй, ему будет очень сложно. Вы что, всех убили? Нет. А кто живой? А кто живой? Икистакас. А, их двое еще. Все, пацаны, я бегу наверх, не идите за мной. Опа, так вы своего убили. Ну, пацаны, дайте я это сделаю. Ух ты ж, сколько же вас. Так, пацаны, сейчас Спанч Боб будет вниз прыгать. Давайте, мочите его. Давай. Он опять бежит ко мне сюда. Что ты? Ты думаешь, что ты самый умный? Нет. Она зачем? Ну, хочу, блин, да я так хочу его убить, но не получается. Где он? Он упал вниз? Я упал. Все. Это был последний выживший или еще кто-то? А, нет, я... Да, нет, Кейстарс. А еще Кейстарс. А где он? Не знаю. Я лечу. Вот он летит. Лечу. Вот он, так, давайте. Огурец! Yeah. Есть. Кейстарс, теперь ты начинаешь. Ну и ты победитель при этом. Одно очко у тебя уже есть. Два. Одно твое. Да ну ладно, будем... Максим, ну не говори так. Раунд номер два. Кейстарс, мочи нас. Лечу. Вот он идет. Готовьтесь, пацаны. Забайте. Красиво. Пацаны, только не поддавайтесь. Давайте так играть долго, чтобы он прям плакал. Он сдался. А может такое быть, что аниматроник сдастся? Может. Ну все, давайте сделаем это. Ой, возьму камеру в руки, чтобы можно было зумить. Вот это зум. Так, вот он. Где он? А, вот он снизу. Бежит. Такие Старс, блин, уйди. Гусенек, ну не бойся. О, Дима, вон он ты. Да, я потею, я потею. Вон он. А я тебя тоже вижу, ты такой сдалека манюсенький. А он рядом? Вот он. А где он? А где он? Я далеко. Я не знаю. Вот он бегает внизу, чтобы нас подловить, когда мы будем прыгать. Иди, давай, Дима. Опачки. А, да блин! Да ну нет, он меня еще выкинул как тряпку вонючую, голову об асфальт. Да он меня убил на расстоянии, пацаны, вы понимаете? Ты поддался, Дима. Нет, я не поддавал. Ладно, да, я поддался. Я поддался! Вы что думали, можно тут стоять просто чилить? Смотрите, еще одного мочу. Повезло. Привет. Здорово. Только ж меня не убей, пожалуйста. Так, я буду внизу ждать, так как я знаю, пацанам нет другого пути, как прыгать вниз. Давайте, прыгайте, очкошники! Губка-боба. Давай! Щенок! А, блин! А как это мы друг другу? Ребята, это что? Как это работает? Раунд номер три. Форум, начинай. Дима, слази. А, ты меня не можешь тут достать, пацаны, я нашел классное место. Да иди их мочи, я сейчас спрыгну. Какой мне смысл спрыгивать, если ты меня убьешь сразу? Иди вниз туда. Все, Дима, я буду здесь выживать. Хочешь напугать, Дима? Не надо. Видишь вот этот луч? Я вижу, я сейчас спрыгну, не ссы. А я прям твое лицо зазумил, у тебя красивые глаза. У тебя тоже аниматроничьи. Все, пацаны, я спрыгнул. А где он? А, он у нас. Вижу, бежит. Так. Забайтил. Вот он бежит. Пацаны, готовьтесь. Он к вам приближается. Дима, смотри сейчас, какой прыжок длинный сделаю. Давай. Так. И вниз. Опа. Тю, я думал, ты за карту улетишь, хотел сказать, летал, прыжок, да? Неудачный. Хорошо, сработало. Ой-ой-ой. Давайте, пацаны, только не поддавайтесь, как я. Я чуть за карту не улетел, фух. Как в прошлом раунде. Пацаны, давайте ко мне все, ко мне. Нет. Готовьтесь, я будем прыгать. Вот он бежит. Вот он бежит. Он приближается. Лучше далеко сразу прыгайте. Воу, вот это прыжок. Мощно было, ребята, через всю карту пролетел. Быстрее, бегите, Дэн, беги. Быстрее. Я один остался. А что, он за тобой не побежал, что ли? Нет, я так и стоял, как и стоял. Стоял, как и стоял? Не за вами побежать. Вот,
Так вот, ребята, ну это точно я должен сейчас затащить. Теперь я понял тактику. Надо заранее просто спрыгивать. Да, Максим? Да. Видишь, ты я всех стен... научу, моя школа. Из-за стен кажется, вот когда прыгаете, будто ты в пропасть падаешь, потому что не видно. Да-да-да, ну это добавляет такого, знаешь, экстрима. Че, вот никто не бежит. Слился? Нет. Да. Нет. Вон он бежит, я вижу, вдалеке манюсенький такой. Вы сейчас начнете. Ой, я вас вижу. Аниматроник, вонючий. Вадим, я тебя вижу. Сейчас он будет подходить, я буду его разводить. Да, давай. Приближаются, пацаны. Оп. Вот это прыжок. А зачем ты убежал, Дима? А он к нам же поднимался. Ты еще 7 раз можешь упасть. Бежит, Сань? 6 раз. Я знаю. Убил кого-то! Убил. Ну, Дэн, ну ты же хороший волчарой был. Ну что ты сделал? Так получается, пацан сейчас сзади вас появится на той вышке большой. Ё-моё. Опачки, вот это прыжок. Мощный, блин, аж ноги подживай, когда бегу. Так страшно. Дима, он сзади тебя, беги. Я знаю, то он меня не догонит никогда, он же слабый. А где? Мы бежим. Так я в нычку. И, прыжок. По-моему, я нашел прикольное место. Отлично. 40 хп. Блин, мало осталось уже. Давай ко мне, Дима. Особо не попрыгаешь. Вот мне. Иду. Прикольное, кстати, место. Все, да-да. Я знаю, ты паркурил-то на ящик отсюда. А куда прыгать надо? Вот туда? Беги, вот, беги, беги! А, блин! Максим, да ты меня обманул, блин! Да это специально Максим так сделал! Иди я ко сказал, мне! Беги. Ты сказал мне беги, когда у меня уже жопу, блин, кусал! Да ну, блин, это нечестно! Беги, Максим! Писька сюда! Так, я выдвинулся, пацаны! Опа, вы что, сливаете? Отлично! Я псих, я убийца, аниматроник! А теперь я должен убить Максима. А теперь я должен убить Максима. Максим, ну стой, ну пожалуйста! Блин, это было круто. Последний? Нет. Нет, нет, не втроём. Ну ты жопа. Блин, это классно, что Максим не смог выиграть. На низу стойте. Все, пацаны, не идите за мной, давай. Форум, иди вниз спускайся, сейчас они спрыгнут. Я их гоню вниз. Нет. Зачем мы толпу будем бегать? Дима, уйди. Сейчас у нас будет тактика окружения. Давайте. О, вонючий огурец, готовься умереть. Блин, в воздухе было бы очень эпично его замочить. Ну, я его жду здесь, смотри. Говно. Блин, красиво обманул. Базара нет, чётенько. А, все? Я выиграл. Ну да, получается, ты выиграл. Дисми Уга-Буга начинает очередной раунд, и он сейчас покажет, как надо играть, как голимый аниматроник. Давай, покажи вещи. Где он? Идет, идет. Че, уже убили? Меня кто-то скинул. Я знаю, кто-то скинул, но говорить не буду. Да, мы специально это сделали. Ой, случайно. Да, случайно. Как нечестно, я возрождаюсь. Давайте какую-то тактику придумать, как можно его красиво обмануть. Блин, я бы тоже бы скинул Диму, но... Не надо, не надо. Во-первых, это хп отнимает, и я могу прям в рот ему упасть. А если... А, нет, он может... Кого убил? Максим! Ё-моё, а я знал, что Максим самый слабый игрок. Вот я чувствовал это. Я поддаюсь, как обычно. Понял? Опа. Дима, иди сюда. Блин, да я лучше вниз прыгнул и разбился. А в принципе, он меня сажал и выкинул вниз, как тряпку вонючую. Да блин, что-то... Да мы поддавались. Саня прямо в щелину упал. Так, давайте будем ждать жертву. Сейчас кто-то будет идти, то там мы его замочим. Смотри, смотри. И... Оп. Вот. Вот-вот-вот. Моя тактика. Как Саня жив, ты же упал. На тебе. Я испугался. Отлично. Идите на вышку, тут двое сидят. План крысы. Блин, я хочу план крысы. Это когда я стою за углом и резко выбегаю и мочу пацана. Но это не получится, потому что уже всех убили, да? А, кто это? Кто? Так. Я сейчас эту тактику сделаю. Ой-ой-ой. Госдума умер. Да смотри, меня кто-то скинул, нечестно. Да, сейчас мы все сделаем. И... Беги. Прыжок! Есть! Огурец! Огурец! Мочите огурца! Не, я только спрыгнул. Огурец хороший, не надо. Огурец плохой. Че, он последний? Огурец последний. Ну да, получается. А, ну так я еще... Вот он бежит. А, еще Дэн. Волчара, а ты где? Он где-то заныкался, пацаны. Давай. Потому что я волчару не вижу. Ой.
Смотри, как он хорошо паркурит, вы заметили? Угу. Мы уже тут всю карту заполнили аниматрониками, они убегают. Вот он бежит. Давайте посмотрим, как его замочат. Так, вниз прыгает. Бежит ко мне, сейчас я его потом... А нет, все-таки не смог. И тут я. И тут, блин, надо было все-таки... Ах ты хитрый жоп! Ну, Госдума! Класс. А что ж вы друг друга убиваете? Батл, ловите огурца. Все, я поймал. Отлично. Так, а что, Дэн остался? Да. Дэн, ты победитель в этом раунде, получается? А где он? Давайте найдем его. Ах ты жопа! А где он? Он вообще, он спрятался так крысочно. Ну так надо уметь так прятаться, красавчик. За лифтом он перепрыгнул и вот тут спрятался на балках. Вообще не было подумать, что он здесь. Я хотел здесь спрятаться, но это, кажется, нечестно. Блин, мне это прикольно. Ты ж можешь туда аниматроником достать? Значит, все по-честному. Да. Ну все. Блин. Ну блин, я мог изначально. Ну видишь, у Дэна очень умные мозги. Я думал, карта мне поможет, я смогу поубегать, но здесь, блин, оно все-таки дамажило, когда я упаду. А оказывается, видишь, тут надо еще и интеллект подключать. Ну так у меня интеллект был, но походу карта не подходила под него. Был интеллект, а ума не было. Ладно, шучу. В этом ролике победила дружба. Ну и немножко я. Потому что ни разу не выиграл. Ладно, шучу, дружба. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.